здесь Алексей. Это было не по плану. Ну, примерно такие песни вы услышите сегодня. Это мой плейлист, это честно, песни, которые я люблю. И это странное сочетание всего возможного, это то, какие у меня барабашки водятся в мозгу. Господи. Ну вот, но будут бодрые песни, сейчас будет песня про Валеру или Леру, который, ну вот буквально чуть-чуть не попал в тюрьму. Вот. Песня на английском, поэтому, ну, кто сможет, тот поймет. В тюрьму не попал, не волнуйтесь, все нормально. Thank you.
больше коммерческая музыка, мне кажется, а первые альбомы, они очень-очень душевные, что мне по душе. Вот, а, и ее песни есть у меня всегда в плейлисте. И это будет сентиментальная песня, но не надо плакать. Чуть-чуть можно? А? Чуть-чуть можно? Если очень хочется. Не, можно. Регина, тебе можно. Давно и
правда. Просто послушайте, и если понравится, то как сильно понравится, так и хлопайте. Вот такое вот вам задание. Мы готовы, да, Катя? Поехали. Thank you.
Keeping me on his side of the door. I didn't know, baby, I didn't know there was something wrong.
Oh,
объединяет. Сейчас следующая песня. Песня снова Amy Winehouse. Кто знает такую? Да. В одном из своих интервью она говорила, что в музыке она любит драматизировать. Она не любит очень индивидуалистские песни, когда женщины в песнях говорят: «Ой, ну ушел, да ушел, я вот сама по себе такая вся независимая». Я не разделяю, она считает, что в каждой песне должна быть драма, и если кто-то от тебя ушел, ты должен убиваться. Вот это есть и в этой песне, но также в этой песне есть немного самоиронии. Что есть и у меня, поэтому я люблю эту песню. Вот, послушайте, называется «Back to Black». Она возвращается к черному, к трауру. Послушаем. Something
Thank you.
закончили нам наш замечательный концерт. А сейчас выпивайте, веселитесь. До встречи! Итак, сейчас будет грустная песня. Я вас предупреждаю. Сегодня столько слушателей, тем более в такой особенный для тебя день.
Вот. И я поздравляю тебя с днем рождения. Ты моя сладкая девочка. Ты очень сильная. Прям, услышь меня, ты очень сильная. И песня, которую я буду петь, у меня ассоциируется именно с тобой. Во-первых, ты меня с ней познакомила. А во-вторых, почему она ассоциируется с тобой? Конечно же, по смыслу. Ты для меня человек, у которого есть мнение, свои твердые убеждения, который никогда не останется равнодушным или в стороне. Я тобой восхищаюсь и очень тобой сильно горжусь. Yeah.
Итак,
сначала «Фантазия», а затем народная песня под названием «Ярмарка Скарбора». Это очень интересная песня, она народная, соответственно, автор неизвестен. Суть ее в том, что парень и девушка, казалось бы, влюбленные друг друга, требуют друг от друга каких-то неосуществимых задач, чтобы добиться любви друг друга. Это очень странно по современным меркам, но песня звучит очень красиво. И это странно. Но наслаждайтесь, пожалуйста. Начинаем. Thank you.
цветами. И следующая песня будет сразу. You're screaming your victory day.
I have to
just like a river does. I was running far away.
возвращения домой. Мой добрый друг Ира говорит, что для нее дом это люди. И это в действительности именно так. Поэтому, мама, привет! Мама была на Д, она не могла сегодня приехать. Была на Д! Была на Д! И я, перед тем, как я спою финальную песню, которая будет весела, и нам будет не до сентиментальности, я хотела вас всех поблагодарить, что вы здесь. Каждый из вас... Для каждого...
друзья, спасибо огромное за этот концерт. Это удовольствие находиться среди случайных зрителей. Сейчас, пока у всех еще не остыли бокалы, будет джем, да. Но он не совсем джазовый, как он такой, как захотите. Я вижу, что здесь много музыкантов и много певцов, и это прекрасно. И если вдруг ваши коктейли не остыли,